Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет, дорогие друзья, и тут у нас очередная новость. Для Xiaomi Redmi Note 3 с процессором Snapdragon вышла глобальная бета-версия MIUI 8 на Android 6.0. В конце прошлого месяца компания Xiaomi выпустила MIUI 8.0 для некоторых смартфонов, среди которых Redmi 1S, Mi 2, 2S, Mi 4i, Redmi Note 3G, Redmi Note 4G, Redmi 2 и Redmi Note 2. С сегодняшнего дня обновится до глобальной бета-версии MIUI 8.0 с номером сборки 699. Могут владельцы Redmi Note 3 с процессором от Qualcomm. В основе этой версии лежит операционная система Android 6.0 Marshmallow. При этом Xiaomi добавила множество новых функций. Так появился новый жест от края экрана, который позволяет скрывать QR-бал. При нажатии на иконку даты в строке состояния запускается приложение календаря, а долгое нажатие в пустом месте на экране позволяет перейти в режим редактирования. Также в прошивке появилась возможность записывать звук в стерео. Не обошлось и без исправления известных проблем, зависания после обновления и перезагрузки, ошибки при переключении между темами и бага с уровнем громкости уведомлений при использовании наушников. Одной из главных проблем MIUI 8.0 Global Beta 6.9 является в том, что сканер отпечатка пальцев часто перестает работать. Ну, это известная проблема и довольно часто она встречает в других. А в начале этого месяца компания вот и мне уже писали, и я им, как оказалось, писал правильно, что эта версия прошивки такая, то есть бах такой, это дело не в телефоне, так что не переживай, переключайте свой телефончик, если у вас, конечно, там кастомная версия стоит, стоит прошить вручную, а если нет, то можете научиться пользоваться. Так что всем спасибо, пока! Xiaomi отдельно понравилось видео, ставь палец вверх и подписывайся на канал.